Вокруг водораздела Головной в Баткенском районе идет перестрелка между военными Кыргызстана и Таджикистана. Об этом агентству «Кабар» сообщил полпред правительства в Баткенской области Омирбек Суваналиев. «Мы занимаемся мобилизационными делами, помогаем, направляем туда скорую, готовим больницы», — сказал он. Кроме того, в пресс-службе ГКНБ сообщили, что пограничные войска и спецназа МВД Таджикистана сегодня в 14:00 начали массированный обстрел, в том числе с минометов, пулеметов и автоматов водозабора Головной, расположенного в селе Гукташ Баткенского района. По данным ведомства, на месте прибывает первый заместитель председателя, директор погранслужбы ГКНБ Уларбек Шаршеев, который координирует ситуацию и принимает меры по локализации вооруженного приграничного конфликта, спровоцированного таджикскими пограничниками. Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Гукташ Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей. В результате конфликта пострадали 8 граждан Кыргызстана. Один из них получил огнестрельное ранение в глаз. Ситуация на границе оценивается как обостренная.